Алина Загитова рассказала о своем опыте вождения. «Сейчас я иногда вожу машину, катаюсь на мамином автомобиле. Это тот, который подарили мне после Олимпиады, но ездит на нем мама. Я вообще из тех водителей, которые включают спортивный режим. Если дорогу переходит бабушка на зеленый свет, я, конечно, ее пропущу. Но если какой-то наглый водитель захотел объехать меня, когда я стою и парюсь в пробке, этого я ему не позволю. Не могу терпеть наглость на дороге. Но хорошо, что я не часто за рулем. Мне до катка 5 минут». Тут Алина ненадолго замолчала и поняла, что сказала лишнее. «Вы слишком много спрашиваете», — сказала Загитова интервьюеру. «Теперь каждый узнает, где живет Алина Загитова», — усмехнулся журналист. На самом деле, практически все спортсмены живут рядом с тренировочной базой. Это очень удобно, особенно если ты живешь в большом городе. Пробки — это ужасно, поэтому лучше жить поближе, — подытожила Алина.